К новостям культуры. Барнаульское лето в разгаре. Одноименный цикл общедоступных концертов стартовал в Государственной филармонии Алтайского края. Это цикл общедоступных концертов. Стоимость билета всего 50 рублей, и поэтому каждая семья может позволить себе прийти в филармонию вместе с мужьями, с женами, с детьми, с мамами, папами и так далее. Зрителям уже представили детскую сказку «Волшебная лампа Аладдина», а 27 июня с программой «Поем вместе» выступит мужской вокальный ансамбль под руководством Александра Афанасьева. Артисты исполнят популярные эстрадные композиции. 28 и 29 июня симфонический оркестр сыграет программу в ритме танца. В ней прозвучат любимые многими польки, вальсы, мазурки и другие танцевальные мелодии. Ну а для любителей народной музыки 30 числа выступят оркестр ансамбля русского танца «Огоньки» и солистка Татьяна Князева. Они подарят зрителям знакомые всем песни в руссконародной обработке в программе «Летняя мозаика».